Леонид Утесов. Великий человек, талантливейший певец и актер. По юности выступал в «Бродячем цирке». А его гениальная актерская игра в фильме «Веселые ребята» над многими миниатюрами можно хохотать бесконечно. Впрочем, как и над моими миниатюрами. Между нами большая разница, маэстро. Но я готов приложить все возможные усилия, чтобы приносить людям радости столько же, сколько и вы. С вашего позволения, фальцетом в третьей октаве. У Черного моря! Ерема Черевко, Волгоград, Россия. Здравствуйте! Я покажу несколько фантазий на тему знаменитости в детстве. Представьте, мама послала маленького Михаила Боярского в магазин. Эй, продавщица! Красавица! Королева! Взвесь-ка молодому гасконцу молодой картошечки! И дайте будущему мушкетеру бутылочку пива! Что значит не продам? Администрация, с места моя, я найду тебя! Мы обязательно встретимся! Маленький Коля Басков у тележки с мороженым. Женщина, дайте мне мороженое! Что значит какое? Натуральный пломбир на весь киоск такой один. И заварной, и с курагой за 2,50 недорогой. Натуральный пломбир, ясно? Давайте еще сок, литровую пачку. Нет, 2 литра не надо, а то будет такое. Влекут ли мечты небывалые? Цветут ли цветы запоздалые? Все так же вдруг мокнет пеленка. Стелите под Колю клеенку. Спасибо, спасибо! До скорых встреч! Представьте, маленький Сережа Безруков читает стихотворение «Наша Таня громко плачет». Наша Таня, Танечка, Танюша, наша родненькая, наша и ничья другая, громко плачет, плачет так, что аж сердце на части разрывается, так что аж душа наружу лезет. Уронил в речку мяч. Уронила. Таня, Танечка, зачем? Зачем ты уронила? Почему? Уронила, потому что ручки ее маленькие, в слезах ее детских. Тише, Танечка, тише, не плачь, не рыдай. Успокойся. Не утонет он. Он будет с нами. Он всегда будет в наших сердцах. Он всегда будет в тебе, в твоей душе. Он твой! Виноват. Просто это Россия.
напоследок песня, точнее песенка, пятилетнего Иосифа Кобзона. Во дворе есть девчонка одна, но пока что она не волнует меня. Ча-ча-ча. Спасибо! Ерёма Черепко. А почему жюри оценки не выставляет? Ну... 10! Борис, вы живете в этом городе, вы смелый человек. Я уже долго живу в этом городе, но мне приятно увидеть здесь Серёму Черепко. Было здорово. И все? Борис, а вопрос только вам, потому что мне остальным членам жюри вопрос задавать не нужно. Я видел, как они аплодируют. Но почему вы поставили 9, а не 10? Ну ведь когда он подрастет, будет гораздо лучше. Сережа, вы поставили 10, это... Ерёма, молодец. Это было по-настоящему, брат. Дайте мальчику микрофон. Саш, подойди к Ерёме. Вообще ты лучше смотришься с ним, чем со мной. Не слушай его, Ерём. И это еще только начало, а что еще будет? Поэтому, Ерёма, спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Спасибо. Ерём, из всех людей, на которые вы делали пародию, какая пародия самая сложная? У меня особых сложностей, конечно, не было. Конечно. Но... Правильно. Вот так. И это только начало. Заметьте. Говорите, Ерёма, пожалуйста. Ну, не было сложностей. То есть, в принципе, все было легко. А эта миниатюра называется «Мальчику нечего сказать». Ну что же, Ерёма, иногда, как показывает ваш опыт и опыт Александра, когда мальчику нечего сказать, это не мешает его удачной карьере на телевидении. Спасибо огромное вам, дорогой Ерёма. 39 баллов вы набираете. Я рискну предположить, что вы лидер пока в нашем голосовании у членов нашего жюри. Спасибо большое. Идите за кулисы. Одну минутку. Ерёма, каналья постой. Тысячи чертей, ты меня просто убил. Скажи несколько слов господину Бурде. Ты не сможешь его спародировать, хоть чуть-чуть. Эту миниатюру мы уже слышали. Михаил Сергеевич, не будем забывать, что Ерёма уже должен спать в это время, поэтому что ему стоять-то тут? Все, он свое дело сделал. Давайте мы просто поаплодируем все вместе Ерёме, поздравим его с таким удачным дебютом и поздравим всем, что Ерёма лидер сегодняшнего дня. 39 баллов. Спасибо огромное. Бегите за кулисы, Ерёма. Я вышел на сцену, я, конечно, немножко испугался. Потом, когда я начал говорить, веселиться, играть залом, то у меня все вышло хорошо. Вот мне понравилось, как Боярский говорил, что я его убил со своим номером. Мне это было приятно слышать, потому что я же все-таки выступаю не для того, чтобы выиграть, а чтобы дарить людям радость. Если я попаду в труппу «Большой разницы», то в нашей большой стране будет царить больше хохота, чем раньше.